Здравствуйте, друзья! С нетерпением мы с Женей ждали этого момента, и вот этот момент настал. Сегодня открытие весенней охоты у нас в регионе, и мы спешим сегодня на вечернюю зорьку в надежде добыть вальшнепа. Весенний сезон отличается тем, что лес только пробуждается после зимы, дышится легко и хочется поскорее расчехлить охотничье ружье. Охотники спешат за лесным куликом, но успешность промысла будет зависеть от степени подготовки. Ядовитая хрень. Мне нравится. О! Лишь бы не вдохнуть его. А так нормальный запах. Женя у нас обрабатывается против клещей. Первый раз в этом году костюм еще не обработан был. О, точно. Чтоб волосы лучше росли. Женя мне подогнал подарок босячий. Это не реклама, это просто подарок. Все, вот, спасибо. А у меня, кстати, сегодня день рождения. И те, кто подогнал, что? Купил патроны с названием, вызывающим на охоту. Мы посмотрим. Ну, покажем. Пятерка. Проверим. У нас уже был случай с патронами под названием «Удача». Удача была для вальшнепов. Вальшнеп был удачливее, как патрон, да? Новый гаджет этого года. Это что такое? Вот это, да? Вот это стул. А есть такой стол? Слушай, поискать можно найти все. Первая охота всегда такая волнительная. Думаешь, что-нибудь забыл. Документы. Где документы? Я вот много, как обычно, я много чего забыл. Ну, документы в порядке. Все хорошо. О, я самое главное не обработал жилетку. Потому что эти заразы под названием иксодовые клещи умудряются залезть везде. И лучше лишний раз использовать какой-то репеллент, пока так называемая чуечка не включилась. В середине сезона охоты будешь клещей чувствовать, как он даже подумает на тебя залезть. А сейчас у них идет охота на нас, поэтому мы обороняемся всеми доступными способами. Что себя зарекомендовало, в принципе, то и использую. Ну, а самое главное, не забывайте друг друга осматривать. Потому что маленькая букашка может наделать очень-очень много гадостей. В принципе, все готово. Ружья, патроны, экипировка. Главное, фонарь не забыть. И возникает вопрос, мы первый раз приехали вот именно в это место, я здесь ни разу не охотился на вальшнепа, и залог хорошей охоты будет зависеть от выбора места. И вот сегодня мне чутье подсказывает, что необходимо встать будет на переломе большого леса и соснового подроста вдоль реки. То есть у меня получится место охоты будет сочетать такой своеобразный перекресток. Либо птица пойдет через поле по мелкачу, либо будет вылетать из большого леса, либо вдоль леса, либо вдоль реки. Посмотрим, насколько выбор места сегодня будет правильным. Но первый пролет вальшнепа, конечно, покажет, насколько это все правильно сделано. И первый пролет вальшнепа даст возможность внести какую-то корректировку по смещению. Ну, конечно, недалеко, потому что далеко куда-то перебегать, пока ищешь другое место, драгоценное время
которое и так короткое при вольшнепидной тяге, оно, конечно же, пройдет. Поэтому пробую. Что оптимальный вот здесь, сюда и отсюда. Гаджет, прикольная штука. Сегодня впервые решил взять на вольшнепинную охоту, изменить своим правилам, взять пятизарядку. Обычно я всегда на весенней охоте использую либо МЦ-2001, либо Курковку ТОС-63. Ну, почему-то решил вот в открытии возьму пятизарядку, выгулю ее. А дальше посмотрим. Дальше, наверное, будет та же самая классика, как это я всегда и делал. Что касается патронов, заехал сегодня в магазин, хотел взять шестерку, но, к сожалению, шестерки не было ни в каких его проявлениях, ни контейнерной, ни бесконтейнерной. Взял просто пятерку, бесконтейнерку, ну, пригодится, если что, и на осень. Патроны достаточно ходовые. Посмотрим, что нам сегодня скажет главпатрон. Видим. Буду заряжать сегодня в эконом режиме. Я думаю, что 4 патрона просто за глаза. Больше даже не буду пытаться там пятый популеметить. В принципе, почему весной и прикольнее всего охотиться с курковым ружьем? То, что обдуманный выстрел, прямо такая классика, что птица летит, ты услышал, приметил, понимаешь, что она на верном выстреле, поднимаешь ружье, взводишь, не торопясь, курки, и стреляешь. Но впереди у нас 10 дней. Погода, надеюсь, позволит, охоты будут. Ну, а начнем все-таки. Наверное, мы в этом году сделаем даже так. Охота с 12-м калибром, охота с 16-м калибром и охота с 20-м калибром. То есть выгулить попытаюсь все свои гладкоствольные ружья. Ну, а почему бы нет? Для этого и существует весенняя охота, чтобы, отойдя от зимы, убрав на определенное количество времени оружие, весной тебе дается возможность попасть в лес, когда все оживает, поохотиться на прекрасные виды, прекрасные способы охоты. И, как говорится, не забыть, как ружье стреляет, потому что впереди долгое лето, до сурков еще будет далеко, но и там используется карабин. А так потом ружье будет почищено и уйдут в отпуск в летний. Поэтому, я думаю, будет интересно выгулять все оружие и посмотреть, с какого ружья лучше получается стрелять. Например, по этим же вальшнам, потому что охота на вальшнам, она самая динамичная из тех охот, которые у нас проходят, так как
селезень у нас стреляется с подсадной уткой, добывается. Соответственно, выстрел производится либо по сидячему, либо по взлетающей птице. Тетерев на такую, ну, там вообще все понятно. То есть просто бегающие по земле птицы нужно выбрать нужный для тебя трофей. Ну и охота на глухаря, конечно же, она имеет свою динамичность, но это же как в детской игрушке, раз, два, три, морская фигура, замри. Это абсолютно другая охота. А что касается вот именно хороших выстрелов, может быть, даже дальних выстрелов, потому что вальшнап летит всяко, то для вот такой вот практики я считаю, что лучше всего весной это, конечно же, охота на вальшнапа во время тяги. Поэтому мы очень любим эту охоту, мы очень ценим те моменты, когда эта охота открывается, и стараешься в эти 10 тридневных дней провести как можно больше зорь, вечерних зорь, именно по охоте на вальшнапа. Наверное, именно в охоте на вальшнапа, именно в открытии охоты, вот каждый охотник ловит себя на такой мысли. Ты попадаешь в лес, понимаешь, что вот-вот случится вот это таинство первого полета вальшнапа, и ты стараешься заветное его цыканье разобрать во всем том перезвоне, который сейчас тебя окружает. То есть, выехав из города, активное пение всевозможных птиц настолько сильно бьет по ушам, и ты вот в этом гуле, в этом бормотании пытаешься услышать тот заветный звук, который ты ждал очень давно, то есть прошел целый год. И вот прямо такой спортивный интерес, прям такой азарт, прилив адреналина. И я думаю, что когда полетит первая птица, это бывает у каждого охотника, где-то там в груди глубоко-глубоко ёкнет. И как показывает практика, первый выстрел всегда бывает мимо, потому что хочется же все делать грамотно, а делаешь все в попыхах. Но это охота. И вот ради вот этого неописуемого удовольствия каждый охотник выезжает в лес за какими-то вот своими такими впечатлениями, которых он ждет, надеется, верит. Ну, а с закатом солнца будет понятно, какой будет результат в плане добычи птицы. Но добыча в охоте, оно не главное. Главное вот именно вот этот весь кайф оказаться в лесу, вспомнить то, что было, вспомнить те ошибки, которые допускали в весенний период по каким-то видам птиц. Каждая охота, каждый новый сезон – это как школа. Ты познаешь себя, познаешь окружающий мир. И это и называется опыт, который потом можно будет передавать и учить начинающих охотников, как правильно. Не то, что это будет как догма, что вот, вот надо делать так и иначе никак. А именно, что практик рассказывает по своей практике. Так что всем охотникам можно сказать, самое главное, ни пуха, ни пера. Красивых зорь, красивых восходов, закатов, ну и, как говорится, полных полей. Вальшнап где-то летит. Ну,
Ну, промахнулись. Можно комментарий? Можно. Патроны говно. Мощности патрона не хватило перезарядить ружье. Вот его и взяли. Ой. Что-то там из пулемета по нему. Вот видишь, налет был. Вот реки как раз. А все равно прикольно. Ну, конечно. Как ни крути. Да, вот практически 99% вальшнап. В принципе, о чем я и только говорил в начале нашей записи, что первый выстрел он такой. Он где-то. Отвернул. Блин, я и шапку кинул. Ну, расстояние было достаточно большое до него, шел он над кромкой леса. Он бы не увидел ее. Да, и самое главное, сегодня без манка. Вот это да. Я, честно слово скажу, я не знаю, куда его положил с прошлой охоты. Не могу его просто найти. Ну а с другой стороны, как бы решил, что в открытии охоты манок он не обязателен. То есть именно самое главное — это услышать вот заветное хорканье, цыканье птицы и увидеть ее. Ну даже получилось нажать на спусковой крючок. Следующая охота, да, можно поработать манком, побросать шапки. Ну, я-то бросил, но видишь, он далеко не среагировал. Ну, да, тут мы еще все испытаем. Перевести. Давай, будем ждать. После охоты не грех и чайку попить. Итак, вот и прошло открытие охоты по вальшнапу. Что можно сказать? Птица есть. Ну, наверное, не столько, сколько хотелось. Всегда хочется видеть ее больше, стрелять больше. У нас было порядка. Визуально мы видели, наверное, штук 5. Слышали вне поля зрения. Еще, наверное, штуки 3-4. По двум даже постреляли. Первый вальшнап был, можно сказать, 99%. Но все-таки подвели те патроны, которые я сегодня приобрел в магазине, поэтому тщательнее относитесь к тем видам патронов, которые вы хотите использовать на охоте. Но у меня просто МР-ку 153 патрон не смог перезарядить. Не хватило пороховых газов.
Что касается второго выстрела по второму вальшнапу, отстрелялся тройкой. Причем курьезный случай. Попросил Александра сделать красивую фотку на память об открытии охоты. И достаточно уже было темно. Пока Александр готовился, слышу, летит вальшнап. Думаю, что быстрее, вальшнап вылетит или будет фотография. В конечном итоге вальшнап вылетает. Отстреливаю из 3 раза. В кадр, естественно, это не попадает, потому что мы же делали фотографию. И все, вальшнап улетел. Но опять, что могу сказать? Меня что смутило? То есть выстрелы вроде делал прицельные, как по книжке, как учили, с упреждением. Но очень сильная отдача в плечо и стойкий запах пороха на весь лес. Возникает вопрос, какой же порох закладывается в такие патроны, какая там навеска, если в первом случае не хватило для перезарядки, во втором случае ружье легалось, ну, просто сумасшедшее, скорее всего, до синяка. Самое главное, охота состоялась, птица есть, выстрелы есть, ну и главное, мы находимся на природе и можем всем вам показать, что открытие охоты вот такое бывает и без взятых в руку трофеев. Но трофеи — это не главное. Главное — это само таинство охоты, в которое мы вновь погрузились именно в весенний сезон на вальшнапа во время вечерней тяги. В начале выпуска мы говорили про выбор места, тем более, как я уже говорил, место для нас новое. И чуйка не подвела. Абсолютно правильно было выбрано место. Единственный момент, который не совсем я предугадал, ну, это, в принципе, и не предугадать. По двум направлениям, откуда должны были вылетать вальшнапы, стояли также охотники, слышалась стрельба. Ну и, соответственно, этот канал поставок вальшнапа на наше место охоты, ну, скорее всего, был перекрыт. Может, я могу только вот так объяснить, потому что потом уехала машина, и оттуда тоже вальшнапы потянули, но стемнело настолько сильно, что уже не видно мушку. Стрелять ради того, чтобы просто сделать выстрел или даже добыть зверя, но его не найти, ну, по крайней мере, я смысла не вижу и такими темами не занимаюсь. То есть не вижу мушку, теряю весь горизонт. То есть я понимаю, что я уже не увижу, куда упадет птица. Смысл продолжать охоту. Можно приехать на другой день. И самое главное, место, хорошее место, уже найдено. А охоты, они продолжаются. Всем добра, ни пуха, ни пера.